Добрый день. Третий час дня. 3 октября. На улице 17-18 градусов. Вот. Детки что-то летят. Собирают остатки крохи там. Ну, мне уже нужно, наверное, предпоследнюю работу проводить. Вот. Ну, во-первых, семья будет зимовать на двух корпусах. С утра я бипинил, смотрел, что в ней происходит. Вот, а сейчас мне нужно убрать оттуда лишнее, скомплектовать все, чтобы было нормально. И еще раз пробипинить. Чтобы не задерживать ваше внимание. Сейчас переберу, скомплектую. Конечно, интересно, что тут происходит. Такие две семеечки. В принципе, средненьких объединял. Как там и что у них. С утра газету убирал. Сейчас посмотрю, скомплектую. Конечно, моя задача весь расплод, если он еще остался здесь, сформировать в нижнем корпусе. Корма, соответственно, все вверху. И поставить для кадра. Я пойду. Ветерок небольшой. Думаю, что он помешает. Хотя жилки уже подходишь, негостеприимно принимают тебя. Только что у нас здесь? Рамка килограмма на 2. Тут хорошо меда. Так, расплода у нас уже здесь нету. Да, расплод будет рамочкой, наверное. Отсюда уберу. Она и достроена до конца, чтобы они поднимались. Так, вот эта рамочка мне нужно будет опустить, наверное, вниз все-таки. Она тоже не достроена. Так, эту рамку я оставляю. Отдаем карман. Вот. Так, ну эту крайнюю оставляю. Значит, мне нужно поменять. Оставлю я вам наверху 6 рамок. Сделаю их чуть пошире. Вот эта рамочка 4. Вниз поставим. Сейчас какую-нибудь рамку сверху, снизу дернем. И посмотрим, что там у нас с расплодом. Есть ли купля? Есть ли здесь расплод? Вот она тут. Все подлинные.
Так, это будет 5. Если место зацепиться, крайне мало. Здесь у нас 5, ну еще одну какую-нибудь, потому что недостроенную, то есть она будет нам медок здесь есть. Вот. Плюс будет недостроенная. Так, 2 с кормом, 2 с расплодом. На выходе корм. Остается 6 рамок, ставлю диафрагму и поднимаю все туда хозяйство наверх с кормом. Корма здесь предостаточные. Вот эту рамочку я изымаю. Она пойдет на весну. Диафрагмочку. Ну и думаю, что семья у меня, в принципе, еще раз пролепинить. Она к зиме готова. Сразу окошечко в холстике открываю. Стабилизатор у меня пока есть, я его не отгибаю. Вот. Так он будет отогнутый. Отогнуты и открыта вентиляция. Открыты литки. Так, ну вот, ребята, вот так вот будет зимовать она на двух корпусах. На двух корпусах, как сказать, 12 рамок. Это, считай, на корпусе на 12 рамочных. Приблизительно знаю, что будет весной. И это любопытно. Но сила, кажется, нормальная. Не устраивает, корм есть. Вот. Ну и все, слава богу. Всем всего доброго, до свидания.